четверг в Самарской области будет ясно и малооблачно, осадки маловероятны. Дневная температура 26-32 градуса тепла, ночью 17-19 выше 0. Ветер преимущественно северо-западного направления, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани ясно, днем плюс 29 градусов, ночью плюс 20, ветер северо-западный, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти ясное небо, плюс 26 градусов в дневное время, ночью 19 выше 0. Северо-западный ветер 3 метра в секунду. В Самаре малооблачно и без осадков, дневная температура 27 градусов тепла, ночью плюс 17. Ветер северо-западного направления 4 метра в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 41%, температура воды в реке Волга 21 градус, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.